Всем привет, и вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только. Джули Вули Тойс, я Юля. Сегодня я предлагаю под нарезание салатиков подвести вместе со мной итоги уходящего года. Каким же он был в рукодельном плане. Ну и начать я хочу, конечно же, с того, что я в 2021 году начала вести этот канал. И вас уже на нем более 5000. Это так меня неимоверно заряжает, радует и вдохновляет, что вы не можете себе просто представить. Я рада каждому новому подписчику, каждому комментарию, каждому вашему лайку. Большинство зрителей моего канала – креативные, позитивные рукодельницы, которые очень сильно меня мотивируют и поддерживают на дальнейшую работу, но, конечно, встречается в этой бочке меда и ложка, конечно же, дегтя. Я тоже, как и все вязальщицы, как и все блогеры, сталкиваюсь с хейтерами. Ну, у меня, конечно, это такие не хейтеры, прям хейтеры, я бы сказала, такие хейтерята, но без них никуда. Это признак популярности, я так считаю. Ну, на самом деле, без всякого пафоса, хочу сказать, что я вижу, как девчонки, мои коллеги по вязальному цеху обижаются на критику, как их расстраивают очень сильно хейтерские комментарии, как они потом там не есть, не спать не могут. На самом деле, ну, я могу сказать своим хейтерам только одно, что если вам не нравится мой маникюр или с какой скоростью интонацией я говорю, что я делаю, как я это показываю, в каком формате, то я бы предложила вам перейти просто на другие каналы и не занимать мое и ваше время. Ну, то есть я же не червонец, чтобы всем нравиться на самом деле, ну камон. Поэтому я считаю, что это неконструктивно критиковать какой-то там маникюр, который, за которым, между прочим, я слежу, или критиковать форму подачи материала. Я всегда открыта к конструктивной критике, я всегда принимаю во внимание мнение своей аудитории, ведь я в первую очередь стараюсь и делаю свой канал именно для вас. Поэтому если у вас есть какие-то пожелания, предложения, идеи для новых мастер-классов, вы что-то лично конкретно хотели бы увидеть или узнать у меня, пожалуйста, не стесняйтесь. Если у вас какие-то замечания по поводу технических моментов, например, качество видео, качество звука, какое-то, допустим, более крупнее кадр сделать или наоборот более дальше, тоже пишите, я все это принимаю во внимание. Ну, как бы никто не рождается прирожденными блогерами, ютуберами, все учатся в процессе, и я не исключение. Взять мое самое первое видео, я его снимала на огроменном расстоянии от стола. Конечно же, я снимала тихим, скромным голосом, боялась что-то сказать. И мне один комментарий написали, что тихо, ничего не слышно, второй, что ничего не видно. Вот. Ну, с этого момента, конечно, я стараюсь совершенствоваться, стараюсь как-то более качественно снимать свои ролики для вас. А также у меня был такой момент, что я изначально стала делать субтитры на своих видео в виде описания того, что я проговариваю. Мне показалось, такой формат будет очень удобным. Как я себе представляю это удобство? Вы, дорогие рукодельницы, возможно, и рукодельники, смотрите мое видео, слушаете на слух, что я объясняю, говорю, в этот момент ставите на паузу, и у вас на экране застывает изображение с подписью, сколько петель в этом ряду вы должны связать. Мне показался этот формат достаточно удобным, потому что я не вижу смысла объяснять каждую петлю и провязывать ее вместе с вами в онлайн режиме, потому что тогда мои видео мастер-классы будут длиться несколько часов. Я стараюсь все сжато, по делу, конструктивно, дать какие-то несколько путей изготовления, несколько примеров того, как можно сделать ту или иную деталь из разных материалов, возможно, в разных техниках. То есть мой месседж, мой посыл таков, что я в принципе снимаю видео для тех, у кого уровень вязания от средней. Есть, конечно, мастер-классы для начинающих, но большинство моих мастер-классов предназначено для среднего уровня вязальщиц. Те, которые разбираются по схемам, понимают основы вязания крючком, особенно игрушек. Я вам даю удочку и учу вас
рыбачить, а не даю вам готовую рыбу. Поэтому я, конечно, столкнулась с тем, что аудитория моего канала изначально была более постарше, поопытнее, а сейчас присоединяется все больше молодежи, так сказать, в нашу секту вязальщиц. И те, кто начинает заниматься вязанием крючком, тем, кому это интересно, и много даже подростков. Я обещала снять видео про основы вязания крючком, как вязать кольцо амигуруми, как вязать столбики без накида. Это будет видео обязательно в новом году для новичков, для начинающих, потому что я часто получаю такие запросы на самом деле. Я тут посчитала, что этот год был достаточно плодотворным для меня. Я сняла для вас больше 40 видеомастер-классов на YouTube. И на моем канале это именно большинство мастер-классов. У меня на самом деле мало вязально-таких болтальных видео разговорных, типа влоговых. Они у меня не сильно заходят, я не знаю, с чем это связано, то ли, возможно, тем, что аудитория в основном у меня ориентирована на мастер-классы. Я надеюсь, это связано именно с этим, а не с тем, что вам не интересно послушать что-то обо мне. На самом деле, считаю, что это достаточно плодотворный был в творческом плане для меня год. Я связала достаточно большое количество игрушек, ведь перед тем, как выпустить мастер-класс, я зачастую разрабатываю игрушку, изначально провязываю ее, а потом только вяжу вместе с вами видео. У меня был один такой опыт вязания игрушки, прямо скажем так, онлайн в мастер-классе, и это был мой плюшевый лев, и на самом деле получилось так, что я допустила ошибку и не заметила этого. Теперь у меня девчонки под этим львом все время спрашивают про эту ошибку. А еще я за честность перед аудиторией и собой. На моем канале вы не увидите заголовков а-ля «связала такое, что все хотят повторить». Я считаю, что это уже прошлый век, уже никого этим не завлечешь, просмотры ты не наберешь, можно нахлебаться только от этого хейта. Поэтому на всех моих видео, на превью, вы видите то, что вас будет ожидать в мастер-классе. Я честно сразу показываю, что вас ожидает, чтобы не тратить ни свое, ни ваше время на просмотр, допустим, мастер-класса, который вам совершенно не нужен. Ведь даже у меня есть мастер-классы, есть персонажи, которые более востребованы, например, как вот эти вот тигры. Можете по ссылочке посмотреть. На самом деле это самое популярное видео на моем канале. И я не ожидала такого успеха в начале своей YouTube-карьеры от этого видео в особенности. Потому что я очень скептически была настроена, что тигр-шарик может кому-то понравиться. И что его захотят посмотреть более 60 тысяч человек на данный момент уже. Вот. И, соответственно, это видео, поскольку оно настолько просматриваемое, больше в разы, чем вся аудитория моего канала составляет, на нем я чаще всего и встречаю комментарии каких-нибудь недовольных. Но я думаю, что количество просмотров и лайков под ним, и комментариев добрых, хороших, позитивных, поддерживающих, они не врут, а, как я уже и говорила, хейтеры, то дело такое. Также для тех, кто не знал, у меня есть сообщество, вкладочка на YouTube, и я там с осени еще решила провести такой эксперимент, хотела выкладывать какие-то идеи, анонсы мастер-классов, опросники, которые помогли мне поближе узнать свою аудиторию. Так получилось, что это как будто бы полноценная группка такая, где можно выкладывать идеи, и я подыскиваю в интернете, перерабатываю, подбираю по темам, возможно, что-то сама делаю и выкладываю для вас в сообществе. Там есть как просто идеи для вдохновения, так и схемки, мои личные переводы схем, которые я делаю с иностранных языков, потому что иногда даже для мастер-классов своих видео я могу использовать какую-то схему зарубежного автора в свободном доступе, которая находится. Но, допустим, я что-то переделываю, что-то свое добавляю, а также перевожу. Это, как правило, может быть и китайский, и турецкий, и английский. Перевожу чисто интуитивно, иногда просто даже
чисто визуально по картинке. Поэтому подписывайтесь на канал обязательно и заглядывайте в сообщество. Там будут и различные анонсы моих мастер-классов, и какие-то опросники, которые помогут сделать лучше и полезнее контент для вас. К слову сказать о том, как именно ваши комментарии помогают мне улучшить канал и ведение своего канала, сделать его более удобным для вас, это то, что я начинала писать субтитры. В какой-то момент я поняла, что эти субтитры тормозят монтаж видео. На самом деле они его очень сильно усложняют. И я решила, что, наверное, я их уберу. В нескольких видео я их уже убрала, потому что я подумала для себя, что все-таки есть субтитры, которые включаются в самом YouTube, не все об этом знают. Но потом аудитория моя стала просить, что было все-таки удобней, а до было лучше, а где же субтитры, было очень удобно вязать. И, конечно же, я решила прислушаться, потому что мы же с вами друзья. И я вернула субтитры, я их снова прописываю, сделала шрифт крупнее, почетче. Все для того, чтобы вам было удобнее вязать именно по моим мастер-классам, чтобы вы возвращались на мой канал, вязали вместе со мной уютных, милых, плюшевых и не только персонажей. Кстати, про и не только. У меня часто спрашивают, что же такое и не только на твоем канале. Я отвечу, это разные милые аксессуары. Например, такие вот, как эта шапочка. Кстати, если нужно описание шапочки, я вот как раз не зря подготовилась к Новому году, я могу его для вас снять в видеоформате или в текстовом. И если что, пишите в комментариях. В общем, в новом рукодельном году я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Конечно же, еще будет много-много новых мастер-классов. Оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, потому что YouTube не всегда присылает уведомления о новых видео, особенно если у вас нету колокольчика. Я собираюсь в новом году какие-то придумывать новые рубрики, возможно, что-то внедрю развлекательное для вас, чтобы это было не только полезным, но иногда нужно отвлечься и просто посмотреть что-то интересное вместе со мной. Думаю, что будет рубрика и про инструменты. Кстати, видео про крючки я уже сняла. Я думаю, что это будет полезно и познавательно. Про фирмы крючков, виды крючков. И покажу вам свою коллекцию крючков и свои отзывы по работе с ними. Также у меня есть много разных идей, и если вы тоже вяжете, у вас есть тоже свой YouTube канал по вязанию, то пишите мне директ Инстаграма, либо на почту, что-нибудь с вами замутим интересное. У меня есть несколько идей уже и предложений для вас. В общем, я неимоверно благодарна всем, кто был со мной в этом году на канале. Надеюсь, что вы останетесь и в следующем году. И мы с вами свяжем много-много классных игрушечек. Напоследок хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам в новом году, чтобы у вас как можно больше времени было на себя, на свое любимое дело. А мы знаем, что это вязание. И, конечно же, всем здоровья, вдохновения и творческих успехов! А сейчас я предлагаю посмотреть то, что меня наполняло весь этот год. То, что неимоверно радовало, это ваши работы по моим мастер-классам. Если увидели свою работу, ставьте лайк. И, конечно же, пишите ваши пожелания на новый творческий год. Я все читаю, все учту. Смотрим, вдохновляемся. Всем умницам, рукодельницам спасибо, что были со мной в этом году. Пока!